Мы попали в Москве как-то на праздник Пурим, тоже в мессианскую синагогу. Мы тоже много громко хлопали и топали ногами. Поэтому, если попадете, запомните, когда хлопать, когда топать. Слава Богу. Спасибо актерам нашим. Давайте мы еще раз поблагодарим. Потому что действительно очень важно нам научиться радоваться. Правда же? Мне нравятся еврейские песни, а под одни плачешь, под другие смеешься и танцуешь, да? Посередине нет, правда? Мы или радуемся, или плачем. Или срадуем, или плачем. Да, слава Богу. Давайте мы помолимся за финансы наши, да? Помолимся за наши финансы. Дорогой